Блин, если что, это не я. Так, и потрясти надо обязательно. Несколько раз. Все, я вроде бы смыл. Помоем руки, а то писюн трогали. Потому надо помыть. Всем привет. Рада видеть вас на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в какой-то пиксельный хоррор. Почитала отзывы на него. Пишет, что он такой с напряжением, со скримерами даже. Поэтому давайте посмотрим, что это такое. Я так понимаю, что мы будем каким-то лесничим, который будет жить в лесу. И, скорее всего, будет происходить какая-то дичь, а какая уже сейчас с вами узнаем. Так что усаживайтесь поудобнее. Не забывайте поддерживать лайком, подписывайтесь на каналчик, если не подписаны. Делитесь с друзьями. Вот. Ну, а мы с вами начинаем эпизоды. Эпизодическая игра в жанре психологического ужаса, в которой каждый эпизод представляет собой короткую историю, рассказанную теми, кто выжил. Вы играете в четвертый эпизод, пятый будет выпущен в ближайшее время. Время прохождения эпизода 2 часа. Хорошо, ну поехали. Так, это игра. This Game. Iron Bark Lockout. Новая игра. А вот это вот что такое? Это типа другие, да, какие-то? Ну давайте посмотрим вот этот, куда стрелочка указывает. А потом, если что, вот если нам понравится, поиграем еще вот в эти вот варианты. Так, новая игра, ну поехали. First to Phantom, эпизод 4. Смотритель Iron Bank. Привет, я смотрел прохождение игры на ютубе, заметил, что вы просили... А, ну это видишь, это типа с тем, кто... То, о чем я собираюсь рассказать, пришло, когда мне было 24 или около того. Мне кажется, немного странным рассказывать кому-либо об этом, запрещили ли природу и абсурдность всего этого. Но я чувствую, что ты можешь помочь мне осмыслить мои воспоминания об этом. Я знал, что делиться этой историей где-либо еще было бы глупой идеей, потому что люди сказали бы, что я лгу. Как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Так, то есть основано на реальных событиях, да? Я Джек Нельсон, у меня была небольшая работа рейнджером в государственном парке. Я был пожарным смотрителем в одном из самых больших лесов на северо-западе Тихого океана. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Но я не мог позволить себе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является то, что я смог купить для себя фургон с большой финансовой помощью моего отца. Этот фургон был единственным ощущением дома, которое у меня было в то время. Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой из-за каких-то официальных обстоятельств, однако для меня это не было большой проблемой, поскольку я жил вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было примерно в 2 часах езды. Ну хорошо. Ну музычка уже такая напряженная. Ой, я еду. Еду я такой. Слушай, ну я прям реально еду. Хорошая работа. Так, эскейп читать. Кайла, ты уже проехал мимо Росбурга? Нет, а что? Так, женщина, ты вообще не отвлекай меня, пожалуйста, я вообще-то за рулем. Я жил довольно одинокой жизнью. Это помогает успокоить мой разум, держать мои воспоминания в узде. Нельзя выключить радио? Чтобы оно мне тут не мешало, это радио вонючее. А могу попасть в аварию, например? Ну, видимо, могу, но мы так не будем делать. Мы вообще пересекли сплошную двойную, это... Я всегда любил отдых на природе. Но это хорошо. Был окруженным природой и придавал мне радость. И когда я был в лесу, я чувствовал себя как дома. Так, опять Кайла пишет. Сейчас давайте остановимся, потому что, ну, все-таки. Я помню эту закусочную, когда проезжали Росбург. У них лучшие бургеры в городе, должен их попробовать. Я бы вкусно поел перед новой работой. Спасибо, Кей. Так, ладно, поехали. Тут все от меня хотят. Не пойми, что, советы свои непрошенные мне тут раздают. Может быть, я сам как-то разберусь? Нифига себе, у меня такой милый домик на самом деле. Ты посмотри, какой классный, вообще кайф. Колокольчики даже звенят. Ой-ой-ой, тихо, аккуратно. А то я сейчас уеду куда-нибудь. Так, ограничение 25 км в час. Ну, мне насрать. Это вот. Я увидел закусочную, о которой говорила Кайла. Не сказать, что я сильно гордился своим вождением. Да. Блин, ничего себе у меня тут трейлерочек. Смотри, ну прям такой типичный американский, с толчком. Со спаленкой.
Вообще красота, жить можно. Ля, все жрут. А я когда буду жрать? Здрасте, я не разбил там случайно, не пробил стену? Да не, нормально припарковались. Добрый вечер, господа. Ля, какие тут... Ох, какой мужчина кайфует. Такой, да, детка. Добро пожаловать в закусочную Twin River. Как у вас дела сегодня? Хорошо у вас? Располагайтесь в любом месте, я скоро подойду, спасибо. Ну, есть вот это место, есть бар. Ну, я... Так, мужчина с топором. Блин, ну давайте я... Можно я где-нибудь вот здесь сяду? Нельзя? Вот тут сяду, короче. Иди сюда. Добрый вечер, я Барбара, готова сделать заказ? Да. Итак, что же вы надумали? Чизбургеры фри, сэндвич с жареным сыром, фрикадельки, чизбургеры и картошку. А наши бургеры лучше на западе. Будете что-нибудь пить? Большую колу. Прекрасно, что-нибудь еще? Этого достаточно, спасибо. Отлично, я принесу вас заказ, как только он будет готов. Зовите меня, если вам будет что-нибудь нужно еще. Конечно. Так, и чё? Вот мой фургончик. У меня всегда была привычка ходить в туалет перед тем, как есть. Ну, пошли какать. А где тут какать? Сейчас меня в туалете кто-нибудь изнасилует, да? Во-первых, надо помыть руки. Потом покакать. Понимаешь? Мне очень нужно было пописать. Ой, блин, я, по-моему, промахнулась. На стены сы! Извините. Блин, если что, это не я. Так, и потрясти надо обязательно. Несколько раз. Все, я вроде бы смыл. Помоем руки, а то писюн трогали. Потом надо помыть. Он показывал писюн. Писюн, писюн. Писюн, писюн. Ты зачем показывал мне свой писюн в ночной тишине? Где моя еда? Барбара, ёпта, Барбара! Я попылся, попысал. Барбара! И долго мне ждать? Вон она несет мою... Мой Big Mac Special Combo. Сейчас она спотыкается к луше, и это все разливается. И я такой, нет! А можно быстрее шевелиться? О, да. Спасибо. Я прям начал со вкусненького самого. Я прям... Ням-ням-ням. Я осознал, что пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу ответить такую еду. Ля, ну это прям вкусно. Картошечка, бургер. А соуса мы не хотим помакать? Так, мне Кайла пишет этот опять Кейл. Отстань от меня, я жру, ты не видишь? Я кушаю, мне вкусно. Чё она пишет? Так, ты в итоге поехал? Как оно? Да, я здесь еще ем, но очень вкусно. Эй, убирай, тёть. Я поел. Вам понравилась еда? Да, она была отличной. Вам нужно что-нибудь еще или мне принести счет? Счет. Хорошо, вернусь минут на минуту. Кайла. Говорил же, ахаха. Тебе нужно прислать мне рецепт запеканки, о котором говорила. Может быть, у меня будет шанс погрузиться в искусство кухни на новой смотровой площадке. Где мой счет? Опять пишут. Вау, да, я иду домой, отправлю позже. Хорошо. Достала, она прям нудит. Не можешь сразу написать все свои сообщения, чтоб я как бы это самый тут? Вот ваш счет, все вместе 6. Так, ну и 15% чаевых. Я не знаю, сколько там, правильно. Надеюсь, вы насладились оставшейся поездкой. Спасибо. Никакой музыки вам, понятно? Никакой. Ладно, я поехал. Спасибо вам, пацаны, за гостеприимство. Нам надо фига там орлы какие гигантские летают. О, я дверь не закрыл, свой фургон. Ну, я думаю, нормально все будет. Без маньяков там все. Что ты делаешь? Поехали. Ну все. Поехали дальше.
Покушали и хватит. Но пока что это больше история, чем какой-то хоррор. Но это тоже имеет место быть. А прикинь, пока у меня была дверь открыта, у меня там бомж на кровати лежит, спит. И я увожу какого-то бомжа. Неудивительно, да, что у меня тут появился какой-то секретный попутчик. 8.02. Я уже приехала на вышку? А, я еду все еще. Но машин нету, такая глушь прям. С какими-то непрощечленцы начнут летать. Вон елка, видишь, прыгает как. Чертовщина. Я хочу указать местоположение этого парка. Укажи. Но я не хочу, чтобы кто-то искал ужаса, который я видел в этом лесу. Я тем более. Мне надо дальше. Сначала я проехал мимо нужной тропы. Так, и чё? Ну, проехал, значит, проехал. Значит, так надо было? У меня как будто бы глохнет машина. Мне следовало успокоиться. А, подожди, я типа в это? Мне реально нужно в нужную тропу, ну поехали. Ну поехали. Я ж просто в первый раз здесь, я откуда знаю, в какую мне сторону ехать-то? Ранее каждый раз музыку включают. Ну вот это нужная тропа, да? Тут как будто бы кто-то живет. Кажется, там какой-нибудь хороший человек живет. Но елки все еще как-то подозрительно прыгают. Это сюда? Я вообще не понимаю. Сюда мы приехали или нет? Да вот какая-то парковка машин. Может, вот сюда? Я водить вообще не умею. Welcome. Да что такое? Я не могу завернуть. У меня нет ощущения этой машины. Я загнал свой фургон на пешеходную тропу. Да похер! Открывай, Ержан! Я помню, Миш сказал, что мне надо будет идти отсюда пешком. А, ну все. Дальше идем пешком. А фонарика у меня нет. Пропавшие люди. Ну, как-то не внушает доверия, если честно. А чё, тут есть кто? Ой, ты чё? Ёлки-палки, ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Один из кого? Да благословит нас Бог. Господи, как он выскочил. Ты дурак, что ли? Могу ли я взглянуть на ваше разрешение, пожалуйста? Ой, я не турист. Я новый смотритель, меня перевели сюда, мне было велено... Я новый смотритель. Это правда? Я не знал, что мы принимаем на работу в этом сезоне. Подожди, дай мне это проверить. Блин, ну ты дятел. Ты вообще никого не было, как заскочил тут. Ё-моё. Мужик. Господи. Так, ладно, приятель, можешь идти. Ты работаешь на пожарной вышке номер 11? Я приношу извинения за путаницу. У меня сложились впечатления, что вышка останется без персонала на весь сезон. Ну вот твои ключи, спасибо. А мне пешком дальше идти? Позволь мне открыть для тебя ворота на тропу. Спасибо. А я смогу на машине дальше ехать? Ну, по идее, да. Так... Поскольку ты приехал так поздно, тебе может понадобиться этот фонарик для долгой прогулки к вышке. Спасибо, Билли. Будь осторожен, вот, возьми. А я не могу на машине просто доехать? Добро пожаловать в Айронбарк, приятель.
И еще, когда ты доберешься до своей вышки, не забудь сделать отчет о погоде в твоей системе. Там будет знать, что ты добрался, что с тобой все в порядке. Если понадобится, ты можешь связаться с вышкой номер 12 во время работы. Ты хороший парень. Спасибо, Билли. Чего? Эй! Небольшой совет. Не уходи дальше, чем на полмили или около того к северу от своей вышки. Почему? Опасные леса в той стороне, приятель. Рыси и медведи. Плохие дела. Окей. Так, я думала, он пытался меня напугать, но он выглядел очень серьезным. Ну ладно, поехали. Ну, вроде бы я забыл свою сумку в фургоне. Ну, чё это за клуша? А нельзя было сразу сказать? Я чё, знаю? Вообще, мне кажется, машина должна проехать. Ну и как выглядит моя сумка в фургоне? Все это все? Мне что-нибудь надо подложить там? Дверь в ванную почему-то заела. Ну все, поехали, значит. Дверь закрываем. Коп проследит. Ну все, сумку я забрал. Блин, мент меня так жутко напугал. Вообще, выскочил козлина такая. Ужас. Ночь. Первая. Неплохо. Это была очень длинная прогулка и уже холодало. А вон моя вышка. Почти добрался. Ну, кстати, небо светлое. А это что такое? Закрыто. Не, ну очевидно, здесь какие-нибудь слендермены или типа того. Бабки Гренни. Так, у меня какая там башня? 14. Тауэр 11. А у меня какая? Тауэр 11. Вот это вот моя башня. Жить в пожарной вышке не самая легкая работа. Почему? Просто представьте, бы здесь совсем одним неделями эта работа не для каждого. Ну, для любителей жить без людей. Но у меня всегда была любовь к природе. Надо завести генератор. Дверь была открыта. Так, ну все, генератор есть. Получается, свет в моей вышке тоже. Я забрался по лестнице на вершину вышки. Но мы не будем пока, давайте, раскрываться особо. Так, мои руки были заняты. Бросить. Ну, давай сумку бросим где-нибудь здесь. Я наконец-то в своем новом доме на следующие несколько месяцев. Так, все. Теперь мне нужно, видимо, растопить печку. Дрова. А как растопить печку? Не, ладно, давайте не будем. Так, топор есть. И что делать? У меня есть микроволновка. О, еда. Я могу готовить себе жрачку. Кайф. Это что такое? Я могу слушать людей. Это компас. Это бинокль. Да? Я могу глядеть. Может быть, мне надо поспать? Так, термометр. А, мне же сказали написать отчет. Радиооборудование лежало на деревянном столе. Оно было моим главным источником коммуникации. Мне же мент сказал сделать отчет, что со мной все хорошо. Так, паспорт. Я не знаю, какой у меня паспорт. Какой у меня паспорт? Помехи. Пожарный искатель, это как гигантский компас с размером в спицу. Ага. Может, где-то здесь? Check the Iron Bank Rules Flyer. 1, 2, 3. Rules Flyer? Iron Bank Rules Flyer. Iron Bark Fire Department. Closer. Call. Send. Я не знаю. Температура была 45. Мне надо было отметиться. Да я не знаю как.
А, Tower Number 11, что ли? Системный пароль. Iron Bark и номер башни, да? Так, ну давай попробуем 11. Неправильно. Значит, тогда нужно Iron Bark 11. Подожди, да я не знаю, как оно пишется правильно. А здесь сработало, да? То есть на... Так, ну хорошо, мы это с вами сделали. Так, консоль. Надежный виртуальный помощник. Как я могу сделать ваш день лучше? Сюрприз, вы нашли мне, как я могу помочь вам сегодня. Да отстань ты. Лаг Excel. Это можно поиграть. Service Report. Так, температура. Ой, я не помню. Алло. Алло, что надо? Новенький, я не знаю твоего имени. Как тебя зовут? Я Джейк. Я видел, что ты включил свет. Должен сказать, рад, что вышка номер 11 снова жива. Ты кто? Я Коннор, пожарная вышка 12. Ты за мной наблюдал? Но это моя работа, мне пришлось присматривать за твоей территорией, пока ты не приедешь. В любом случае, что привело тебя в этот райский уголок? А я ищу изменений. Меня привели сюда из Айронхорса. Я опытный товарищ, значит. Теперь я понимаю, почему Митч выбрал тебя. Я очень устал. У тебя огонь разведен? Нет. Зажги его. Температура вот-вот упадет. Ты ведь не хочешь сидеть дрожать во время шторма? Понял, спасибо. Ща, подожди. Мне сказали написать отчет. Так. А температура 45,7 по Фаренгейту. Так, 40... 45... И 7. Так. Wind speed. Loud. Number 11. Report by... я не знаю. Так, а как? Вот эта замерялка ветра. Так, ну ветер на 18 поднялся. Ветер на 18. Так. 18. А report by 11 башня, нет? А как меня зовут? Короче, для меня эта игра слишком сложная. Я не понимаю, что делать. Я сломалась. Пока что из всего страшного был только коп, поэтому не знаю. Буду я играть в эту игру или еще, или нет. Может быть, у меня здесь что-то есть? Может, сумку сожечь? Не, ну сумку, наверное, тупо сжигать, да? У меня как будто бы нет даже списка задач, понимаешь? Как меня зовут? Я не был, что вставил правильные данные о погоде. Ветер. Wind. Blizzard. Dust Storm. Ой, короче, все очень сложно. Все, я разочаровалась в этой игре. Слишком сложно тут. Надо быть не пойми кем, и я ломаюсь. Как разжигать костер, мне не объяснили. Где взять дрова, мне не объяснили. Ничего не понятно. И все стало сложно. Поэтому, ребят, пока что я сдаюсь. На этом мои полномочия все. Спасибо, что были со мной. Увидимся уже очень скоро. Пока.